год. И поэтому я сейчас снимаю этот ролик, и я просто хотела этот ролик включить не только у себя, потому что то, что я делаю, включает еще взаимодействие с людьми. Очень много людей, не подумали. Тимур, может, вы мне просто подтвердите нам в рамках моего видео, что я не идиот, и действительно мои позиции какие-то жизненные, они имеют место быть. И многие там просто обычные люди не понимают эти. Тимур это как раз владелец H66.